Ну а теперь все внимание на Ирину Исаеву. Ну, весьма такое скромное, несложное начало. Это, наверное, тоже правильно, чтобы не очень нервничать, хотя бы войти сальто вперед в группировке. Прыжок, кольцо – это очень трудно, это элемент высшей группы трудности. Их сейчас 7 трудностей у женщин. Ну, она сейчас сделала где-то, если самые трудные ЕГ, то она где-то в районе ДЕ, это вот этот прыжок, по-моему, оценивается. Фляг с поворотом на 360 был. Бланш на одну. Хорошо. За связку еще и добавляется трудность. Да, но связку вот не за такую добавку сделают, когда связаны два элемента в прямом соединении и два очень сложных. А это уже стандартные соединения. Вот этот боковой сальто, конечно, или арабское, но у акробатов называется. А это неприятное сальто, оно действительно повышенной трудности. И вот как хорошо у нас поворота на 180 сделала маховый сальто вперед, если я... Или поставила руки, я уже теперь не заметила. В общем, это вот такой тоже является сложным. Это она все набирает. Дорогие, дорогостоящие, десятые доли балла. На прыжок кольцом хотелось бы... Вот это серия гимнастическая сейчас из двух прыжков, да? Хотелось бы вспомнить. Там сложность прыжка в том, что ты не видишь, куда приземляешься. Конечно. Вы понимаете, откидывается назад голова, чтобы... Стоять. Умница.